Я пишу много песен, но решаю, какую из них выпускать, там, когда я написал там песен 10, допустим, там, из них, ну, в таком как бы спортивном соревновании, побеждает там одна всего лишь песня. Конкурс. Ну, в общем, да, да, поэтому я не тороплюсь, лучше меньше, да лучше сейчас у меня выстрелы и хвосты быть не должно, сейчас должно быть каждый. Тем более после песни «Я русский», я понимаю, что как бы уже, ну, как бы это некий определенный рубеж, который невозможно перебить. Внутренний, да, 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 вот. Но поэтому следующая песня все равно должна быть сильной. И поэтому время занимает, плюс по всему достойно. Нет, не нравится она вам? Ну, это просто потому, что качество материала... Но ее же можно обработать. Обработать ядро там определенного уже, ну, некий фундамент у этой песни такой, да. Поэтому мне просто... Неинтересно. Да, абсолютно. Потому что я писал лет 13-14, ну, то есть очень давно. И она прям... Ну, такая. И потом... В программе мне хочется все-таки, чтобы зрители не скучали, потому что у меня достаточно лирических песен, и мне хочется все-таки побольше боевичков делать каких-то. Друзья, приглашаю вас в комментарии. Я точно знаю, вам есть что сказать по этому поводу. И до встречи в новых видео.